10 февраля 2024 года. На улице градусов, наверное, минус 5. Это Зарайск. Место называется Белоколодец. Очень хорошая купель с хорошим заходом, с двумя разными местами для мужчин и женщин. А вот холодную воду отключили. Скажи честно. Нет, не работает. Я накунусь. Вот она бесплатная просто. Бесплатная вода. Не слишком бесплатная. Можно бесплатно принимать ванну. Господи, что может быть лучше? Лём, не будем. Ты не будешь купаться. А ты заходил уже? Насколько меня было видно, но довольно холодно. Но очень здорово, что здесь есть домик, и настолько здесь вот аж парю даже.